Я приветствую всех вас на странице послания пробуждающемуся человечеству. И сегодня мы в городе вернулись в город. До этого возникали всякие непредвиденные обстоятельства, проблемы можно сказать, со связью. Был сильный ветер. Порывистый такой ураган. Возможно, в связи с этим была отключена связь. Может быть, другие причины. Но, в общем-то, я уже немного начинаю привыкать ко всяким непредвиденным и непредсказуемым моментам. Да, добрый вечер всем. Приветствую всех. Мир вам, мир всем, кто присоединился. Мир этому миру, мир каждому из нас, каждой нашей, каждой душе, я хотела сказать. Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы мы поговорили на серьезную тему. И я понимаю, что, наверное... Этот серьезный разговор будет, возможно, интересен, может быть, не всем, а может быть, и я ошибаюсь. Но прежде всего хочу сказать, что сегодня вторник, и во вторник мы обсуждаем, и вернее, читаю я тексты посланий, которые касаются наших дней насущных наших задач. И, безусловно, я сейчас буду читать текст, который касается именно наших насущных задач на, в этом моменте. Но первоначально хочу спросить вас, как вы ощущаете то пространство, где вы сейчас находитесь? Ощущаете ли какие-либо изменения? ощущаете ли что-то новое на уровне энергии, есть ли у вас есть какие-то интересные мысли, ощущения, чувствования. Делитесь, пожалуйста, делитесь, это очень важно сейчас нам во всем разбираться вовремя и, безусловно, не просто разбираться, а и останавливать многие серьезные действия. Но вы слышали предыдущие тексты, где учитель начал разговор о матрице здоровья. Я думаю, что это, в принципе, очень интересная тема, но... Для того, чтобы разобраться в ней, необходимо, конечно, знать предыдущий материал, необходимо, конечно же, знать, что написано в седьмой книге энергоструктуры человека. Тогда становится многое понятно. И седьмая книга называется Медитация, энергоструктура гармонизации. Тогда все то, что кажется вообще абсолютно непонятным, становится понятным после того, как мы узнаем информацию из седьмой книги. И сейчас я хотела бы поделиться с вами прежде всего я сейчас считаю, вот у меня сейчас есть здесь возможность прочитать, что кто пишет. И вот, да, кстати, холодный ветер немного о том, что происходит сейчас. Мы тоже были все это время в сельской местности, и вот только мы уехали, пошел сильный снег и засыпал все. А у нас уже там растения стояли с бутонами, вот-вот хотели цвести некоторые деревья, и в общем абрикосы цвет. Тут, э, ну, даже не знаю, мы уехали, и э, действительно шел снег, и даже был град, и действительно холодная погода. Когда-то учитель говорил, чтобы мы не удивлялись этим аномалиям, потому что вот в такие моменты происходят э, особые процессы вымораживания тех, э, вымораживание и утилизация тех мертвых структур, которые иначе невозможно вывести из пределов земли. Сейчас я хотела бы прочитать вам то, что написано у нас на сайте на форуме, то есть как люди отвечали на вопрос учителя, а потом я перейду к новому тексту, который касается нашего времени. И тех насущных задач, которые стоят перед нами сейчас. Да, вот я вижу, что Людмила пишет, что передают ночью будет минус 1, минус 2. У нас точно так же. Точно так же ночью минусовая температура. И, конечно, очень и очень беспокоит то, что многие деревья уже поверили в весну. Кстати, вот я сейчас уже хотела перейти к чтению, но хотела с вами поделиться некоторыми такими ситуациями, которые у нас были все это в это время, когда мы были в селе. Еще раз скажу, что мы взяли старый дом, который требует восстановления и хотим вернуть то, что потеряно нами, то есть когда это все произойдет, я вам в полной мере расскажу об этом плане, об этой идее и приглашу всех вас туда. А пока мы трудимся, это очень напряженный и тяжелый труд. Но вот интересный момент. Наверное, вы все знаете, что мы там установили огромный камень, который весит 1200 килограмм, по-моему, даже больше. Ну, пусть будет 1200, по-моему, там. Ну, ладно, неважно. Вот, установили его там, и мы его установили как камень мира который должен исполнять свою функциональную задачу. И он ее исполняет и будет исполнять. Но вот интересный момент, когда мы там были в, этот, в один из дней, по-моему, в субботу утром, да, я вышла рано, очень рано в 5 часов, и увидела, что возле этого камня лежит гусь. Да, друзья, реальная птица, огромная птица, гусь, который лежит и смотрит прямо на этот камень. Я вначале даже не поверила, думаю, это скульптура какая-то или что это, что это появилось, тут непонятно. И я вошла, вернулась опять в дом, вышла где-то минут через 40, через 50, он там же лежит. Потом, когда увидел, что я приближаюсь и внимательно смотрю, приподнялся. Огромный такой гусь. Я даже вначале подумала, что это лебедь. Вот. Но так я виновата, конечно, перед ним. Я не усмотрела за нашей собачкой, собакой, вернее, большой. И наша собака бежала вокруг и попыталась наброситься на него. И вот тут произошла такая интересная вещь, что этот гусь взлетел, пролетел прямо над моей головой, и он шел по траектории движения все выше, выше и выше, и я увидела, как он поднимается и летит дальше. Вот, я потом стала спрашивать у людей, летают ли домашние гуси так, мне сказали, что нет, не летают. Ну, вот такой вот э, гость был у нас на нашей территории. Казалось бы, зачем? Я вообще это все вам рассказываю. Но сейчас, в нынешнем моменте, для меня все имеет особый смысл. И, э, конечно, как еще нам людям что-либо донести, если мы не понимаем такие простые знаки, и всегда эти знаки несут какую-то информацию? Ну, это я поделилась с вами тем, что происходило с нами там, где мы сейчас работаем. Работаем, конечно, физический труд, вот даже сейчас руки у меня жесткие, жесткие. Вот это, конечно, имеет мало значения к сегодняшней нашей встрече. Это я с вами просто поделилась как с друзьями. А сейчас я хочу, чтобы мы настроились на серьезный лад и на серьезные отношение к тому, что буду я сейчас читать, а я буду читать ответы людей. И есть очень много интересных и важных мыслей в этом, в том, что я буду читать. Именно поэтому я хочу и поделиться с вами. Итак, в предыдущем тексте 20.04.2021 года учитель задал такой вопрос. Матрица здоровья связана с физикой тела или с энергоструктурой? И вот что отвечают разные люди. Это участник, который, который имеет имя Нина. Вот что она пишет. Понимаю, что идеальный образ души был создан сознанием, абсолютом, сознанием с большой буквы, абсолютом. При зарождении души в лоне Творца и закладывается изначально идеальный образ выражения души, созданный сознанием. Развитие души в лоне Творца идет до момента самосознания себя. Наверное, самоосознание себя. Кто я есть? Это и есть включение первичного уровня сознания. Когда душа понимает, что она есть дитя Творца, Саваофа. И к этому моменту и происходит окончательное формирование на энергетическом уровне идеального образа выражения души или матрицы здоровья. При воплощении души на Земле этот образ остается у ее ипостаси проявленного мира. А на Землю душа берет копию энергетической матрицы здоровья с учетом того, что было наработано душой к этому моменту воплощения на Земле, где могут быть уже и проявлены искажения в матрице здоровья от предыдущих жизней в виде сдвигов чакр на энергетическом уровне, что приводит в результате к проявлениям болезней больных органов на физическом уровне. Вот почему дети приходят сюда с искажениями в энергоструктуре и, соответственно, в теле в виде болезней. Но сейчас, когда мы поднимаемся в своем развитии на уровень сознания души, есть возможность восстановить энергетическую матрицу здоровья, которая находится у ипостаси, и которая проявлена в нас как энергоструктура, где в оболочках сознания хранится самое ценное, что есть у души и духа. Это высшие накопления в виде сознания и в виде информационных знаний, позволяющих человеку подняться на более высокий уровень развития, а также восстановление идеальной матрицы здоровья позволит убрать возможные искажения в энергоструктуре и, соответственно, в физическом теле. Ну вот, что написала Нина. Сейчас... Я думаю, насколько воспринимаются все эти тексты, насколько воспринимаются на слух. Ну, некоторые я прочитаю, потом перейду к новому тексту. И вот что пишет ученица. Учитель, ты сказал, что для того, чтобы понимать, о чем идет речь в твоих посланиях, нужно разобраться в строении физического тела и энергоструктуры, и их взаимосвязи. Так как я не обладаю визуализацией, я отношу себя к тем людям, которые должны изучить тему, которую ты затрагиваешь в заданиях, а затем переосмыслить и записать свои мысли, что я и делаю. Из сказки о душе мы знаем, что Творец в энергетическом мире отделяет из себя частиц, частичку своего сознания, душу. И если душа желает дальнейшего развития в материальном мире, она отправляется на Землю в качестве помощницы духа. Эта душа и является матрицей здоровья, тем первичным запасом энергии, которая дана человеку для защиты и развития. Или она еще впоследствии будет называться эфирным телом будущего человека. Как мы знаем, душа приходится своими кармическими долгами, наработанными в прошлой жизни, и все эти кармические связи в виде болезней уже заложены в эфирном теле. По эфирному телу матрицы строится. Физическое тело. Эфирное тело является образом будущего человека, моделью физического тела. И все органы будущего человека сначала строятся на эфирном плане, энергетическом, а затем на физическом. Эфирное тело тесно переплетается с физическим, поэтому его еще и называют эфирным двойником. Состояние нашего здоровья, жизненную силу определяет наше эфирное тело. Это первое тонкое тело человека. Связь эфирного тела с физическим происходит через энергетические центры или чакры, центральную нервную систему эндокринную систему, лимфосистему и кровеносную систему. Болезнь любого физического органа – это плохое прохождение энергии. Праны. Центром праны является селезенка по проводникам эфирного тела. И если человек сознательно очищает свое физическое тело, то и его эфирный двойник тоже очищается без каких-либо дополнительных усилий. Поэтому учитель учит нас проведению медитации с применением практик дыхания для раскрытия чакр, очищения нашего эфирного тела, а также его уплотнения в качестве защиты. Матрица здоровья связана с физикой тела или энергоструктуры. Я считаю, что матрица здоровья связана и с физикой тела как двойник, и с энергоструктурой как посредник между физическим телом и астральным. И на каком этапе она закладывается? Эфирное тело, матрица здоровья, представляет собой как бы тончайшую сеточку, паутинку из переплетающихся эфирных нитей. Затем к этой эфирной матрице притягивается физическая материя, физические клетки, которые сцепляются с эфирной формой. Когда эфирное тело сцепляется, оно оживляется жизненной энергией, исходящей от Творца, притягивающим центром, вокруг которого выстраивается эфирное тело, является физический атом сначала эмбриона, зародыша, затем в теле постепенно формирующегося ребенка, в его сердечном центре. Физический атом ⁇ сердечный центр обладает и физическими, и эфирными свойствами, так как эфирный подплан относится к физическому плану. Физический атом первый притягивается в лона женщины, что и делает возможным оплодотворение яйцеклетки мужским семенем. Из проведенной медитации я определила, что мне нужно обратить внимание на третью чакру Манипуру, потому что я ее не четко увидела. Я в настоящее время медитирую на эту чакру. Я знаю, что Именно эта чакра связана с эмоциями, волей, с астральным телом. И знаю, что мне нужно в себе менять, что мне нужно в себе менять. На физическом плане эта чакра связана с желудком, верхней частью печени, кишечником, поджелудочной железой. Продолжаю медитировать. Я уже больше чувствую движение энергии по центральному энергетическому каналу, а в последнее время в стволе головного мозга и в теменной области. Еще хочу сказать, что до 7 лет энергетическое тело является опорой для физического тела. А с 7 лет физическое тело является опорой для энергетического тела. Также физическое тело является опорой для эфирного тела. Эфирное тело является опорой для астрального тела. Астральное является опорой для ментального. И все энергетические тела взаимосвязаны. Они пересекаются друг с другом. Вот что пишет Виктор логически рассуждая, могу сказать, что матрица здоровья связана с энергоструктурой человека и закладывается на этапе зарождения его души. Если говорить о связях, то на уровне логики мне представляются два типа связей – Энергетические и функциональные. Энергетические связи – это как линии энергоснабжения, электропитания, опорных точек органов тела, вблизи которых находятся соответствующие точки, точки держателей чакры, энергополя как источники электропитания. Эти связи, э, э, эти связи расположенных рядом соответствующих точек, опорных и держателей короткие. Что касается функциональных связей, то исходя из такой комплексной функциональной модели человека, как сознание, мозг и тело, на данный момент возникает такое понимание, что все чакры, как точки держателей, имеют связь с одной главной опорной точкой, головным мозгом, который является раздатчиком управляющих функциональных сигналов от различных чакр в соответствующие опорные точки органы тела человека через спиной мозг и соответствующие участки нервной системы, нервные ответвления. Эти связи могут быть различной длины, и короткими, и длинными. И для меня вопрос требует более серьезной проработки и большего времени осмысления, в результате чего могут возникнуть существенные уточнения. И вот что пишет Аквариус. «Мне представилось то первичное пространство в образе цветка с розово-белыми лепестками, и в этом цветке между лепестков, может и на лепестках проявляются э, и проявляются души. Пространство очень нежное, трепетное, но до момента самосознания или включения первичного уровня сознания не смог дойти. Медитация интересна, но дается с трудом. Необходимы соответствующие условия и настрой. Думаю, матрица здоровья связана с энергоструктурой, так как энергия первична материи. Идеальный образ заложен в каркасе энергоструктуры, по которому затем следует строение тела. Поэтому и опорные точки, и точки держателя пока вижу, как именно энергетические, которые могут соответствовать органы тела. Вот насколько все люди разные, интересные, и насколько у каждого есть свое мнение. И вот э, я э, прочитаю еще буквально одну, может быть, или два ответа и перейду к новому тексту. Вот еще ответ участницы под, э, под именем Птица. Лучше всего на данный момент получилось увидеть матрицу здоровья в день голодания. Тогда матрица представилась сама, даже без настройки. На рисунке постаралась передать увиденное. Сегодня проводила медитацию на день рождения души. Рожденная душа увиделась на ладонях, а рядом женский образ, смотрящий на нее в космосе. А женский образ, смотрящий на нее в космосе. Во время медитации в районе солнечного сплетения было очень горячо. А теперь вопрос. Матрица здоровья связана с физикой тела или энергоструктурой? Э энергоструктурой? На каком этапе она закладывается? Э просто в дополнение к нынешней теме. А вот ответ. Считаю, что матрица связана с физическим телом и с энергоструктурой. Но формирование закладывается в момент зарождения души. Изначально матрица закладывается на энергетическом уровне, а потом соединяется с физическим. Просто в дополнение к нынешней теме. Нашла недавно такие слова учителя в тексте за 2014 год. В каждом есть заложенные способности. Но для того, чтобы они открылись, необходимо четко представлять строение физического тела человека и энергетического. Эти знания должны быть совмещенными. Эти знания должны быть представлены вами в объеме, в виде голограммы это в тексте учителя за двенадцатый год и здесь есть рисунок тот образ который проявился вот здесь тоже очень интересный ответ поскольку в который написал жан он поскольку в обсуждении точек есть некий диспут и разночтение хотел бы добавить хотел бы добавить у меня пока до медитации к первоистокам не доходит очищаю накопление по теории и сообщениям учителя главное первое восстановить связь с отцом нить спаять второе наполнить светом свой кокон и удалить черных поддерживать защиту постоянно через включатель или как по кастанеде, перейдя в измененное сознание, состояние сознания, или для других, например, читая мантры, молитвы, перебирая четки или вращая созданные сферы защиты. Их может быть две-три разных цветов и направлений и от разных привязок и иерархий. Третье. Для защиты и не только развивать визуализацию и изучать материальную часть об энергетическом строении. Сейчас это возможно в несколько секунд. Я ниже приведу рисунки из разных источников. Учитель говорит, подтверждение есть и в других источниках, что первично энергетическая структура. И матрица здоровья есть схема идеально возможного здоровья, которая есть и у ипостасии, и ежесекундно в каждой, у каждого в душе. Это идеал, шпаргалка, куда надо постоянно каждому возвращаться и восстанавливать, удаляя отклонения через грехи, мысли, действия и, воздействие. воздействия. То есть у схемы матрицы здоровья есть каркас, именно первые те 10 точек, 5 опорных, на которых все держится, это первая, третья, четвертая, шестая, седьмая и держатели две выше сердце 5 8 и 9 которые держат другую энергетику а чакр всего около тысячи все точки привязаны к органам точнее наоборот органы строятся согласно каркаса ну здесь дальше есть рисунки интересное описание все это вы можете посмотреть у нас на сайте в теме «Новые послания учителя». Все это можно посмотреть, на слух, может быть, не воспринимается многое, но когда читаешь, совсем другое ощущение и понимание. Здесь вот очень много рисунков и пояснения к ним. Вот я это сейчас про вот. И еще вот дополнение, которое дает Нина в послании учителя от 5-8-2014 года сказано, что манипулирование человеком, его сознанием началось с момента расшифровки кода матрицы. Именно после этого и удалось заблокировать и изменить местоположение многих важных частей мозга. Видоизмененная матрица блокировала его важные доли, перекрыла доступ к информационной базе Земли, ограничивала возможности интуиции. Но чтобы изменить многое в неточной схеме, ее нужно представлять чтобы соединить разорванные связи и наладить точную работу. Это была отстата. Поняла, что при зарождении дитя и привносится это привносится им это искаженная матрица здоровья, а также и искажения от прошлых жизней накладывают отпечаток на теле. Но сейчас есть возможность с подъемом уровня развития восстановить эту матрицу здоровья. Послание 24-21 года учитель сказал, и главное, нам необходимо закончить и понять, Свою схему и активировать ее в ближайшее время. Вот я прочитала отдельные ответы тех людей, которые написали. А сейчас я перейду к тексту. Он о нынешнем моменте. Вот текст. Сейчас, секундочку я буду читать текст который еще никогда не читала потому что он записан сегодня и начинается он тоже с этого слова сегодня Сегодня мы будем говорить на важную для вас тему. И эта тема связана с нынешним положением дел. О каких делах я говорю? О ситуации в самых опасных и активных точках планеты и их взаимосвязи с ситуациями космическими. Первое, о чем я бы хотел поведать, Новый этап проходит в жестких условиях и в рамках особых ограничений. И это связано с известной вам ситуацией на Земле. Скажу, что открылось в нынешнем моменте. И это то, что многим, очень многим мирам было известно о преступном замысле против землян. И те, кто творят беззаконие, тщательно готовились к подстройке в реализации именно этого плана. Нам было известно о серьезных замыслах иного рода и порядка, более жестких и опасных, которые могли привести к глобальным проблемам и катастрофам. И эти замыслы против землян, против человечества в реалиях этого времени. Но та информация, которой владели мы, была вовремя нейтрализована, остановлена и не нашла своего отражения на земном плане. И именно на нее было все наше внимание. А после, я бы сказал больше, в тот момент, когда мы могли бы радоваться победе, вступил в силу заготовленный ранее план Б который и реализуется ныне. Да, жизнь вносит свои коррективы, говорил я. И этот опыт показал нам, что не только коррективы были внесены, а и продуманные манипуляции сознанием. И ныне две угрозы нависли над человечеством. Первое – это постепенное и даже изощренно спланированное сокращение или снижение численности землян, в основном нетрудоспособного возраста. То есть постепенное, умело спланированное сокращение численности населения – определенного поколения, которое осуществляется через манипуляции и уничтожение различными способами. И это сокращение медленное и трудно контролируемое. И в этой угрозе скрыты многие тайные нюансы. И даже преступные планы, которые представляют в нынешнем моменте угрозу. Да, ныне эта угроза направлена на людей. Людей определенного возраста. Но не только. Есть, и как говорил я ранее, и развитие этого плана. Или далеко идущие планы, которые могут привести в губительный поток несущий души к завершению их земных дней, тех, кто оказался в этом месте и моменте. И здесь скрыта опасность. Как говорил я ранее, попасть в лавинообразный поток по неосторожности и из любопытства. И вторая угроза ⁇ это постепенное ускорение процесса. В таком случае произойдет смещение точки накала. То есть будут явно открыты места, в которых намечен, условно говоря, эксперимент. И как и в любом эксперименте, итог может быть или предполагаемым, прогнозированным, но до конца неизвестным. Такова нынешняя ситуация. И она, безусловно, является отражением происходящего во внеземных пределах нашей галактики. Все взаимосвязано и все имеет отражение. И вам это известно. Да, ситуация может быть отложена, и тогда она по сути нерешаема в нынешнем моменте. Я говорю о происходящем вовне и внутри. Я говорю о событиях, участниками которых вы стали. И эти события должны даже при самом жестком раскладе позиций привести нас к позитивному исходу. Они должны при всех возникающих сложностях и трудностях быть для вас двигателем вперед к нашей неизменной цели. А цель наша какова? Как вы думаете? Наша цель очистить Землю от паразитирующих на сознании людей энергий. Наша цель освободить Землю от пришельцев, пытающихся уничтожить или сместить замысел Творца. И это тот первоначальный замысел, который был создан как образ райского гармоничного мира, мира согласия и любви. И это, поверьте мне, грандиозный замысел, который позволяет каждой душе, пришедшей в этот мир, пройти здесь свою и только свою особую школу, школу, в которой обучение идет через изначальный выбор каждой души пройти все жизненные перипетии и испытания через свой опыт. И это удивительный замысел. А теперь выскажите ваше мнение. Все энергии составляют уникальное переплетение судеб создавая полотно со своим уникальным узором, И каждое полотно соединяется в общей картине, создавая свои включения. Вы участники этих событий, И от вас многое зависит. И от того, насколько вы осознаете все происходящее, зависят и ваши мысли, и ваши действия. Считайте все происходящие события кнутом для активации вашей собранности и открытости. Все тайное должно стать явным, но слишком большая разница или несинхронизация между днем земным и космическим. Ибо ваша жизнь в этих пределах имеет свои резервы и пределы. Но мы готовимся. Вы правильно заметили к событиям, важным событиям, прогнозируемым событиям, в которых нужна будет проявленная ваша собранность и в полной мере ответственность. Нужны будут и ваши действия, и решения. Нужна будет и ваша активность. Активность принятия решений. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Это известное всем вам выражение. Вам будет дана точка опоры, а далее, пока мы не забегаем вперед, ибо различия во временном восприятии есть, вам необходимо понимать все с полуслова, и я вас этому учу. Есть некие позитивные моменты. Вы часто очень близки к разгадыванию ребусов. Вы учитесь понимать и добавлять недосказанное. И потому воспринимайте это время как практическую возможность применять все знания. Вам необходимо будет учиться мгновенно себя защищать. И этому будут способствовать те задания, которые я буду давать. Те уроки, которые вы сможете понять и осознать, они исключительно важны. И помните, каждый из вас находится на своем месте. Каждый выполняет свою и только свою важную задачу. Но при этом может выразить желание. Участвовать в общем процессе очищения и в целом освобождения земли. Это крайне трудная задача. Это задача ювелирного уровня и глобального масштаба. Она должна быть выполнена с особой точностью и бережливостью. И в нужный час, в нужный момент. Я говорю о синхронной работе. И те, кто в нынешнем моменте не способны понять суть происходящего, должны, по крайней мере, не мешать происходящему процессу. Достаточно будет не вовремя вмешаться, и ситуация может разворачиваться по-другому, может привести к непредсказуемому результату. Итак, Важна ваша активность, важно ваше понимание, важны ваши действия. И одновременно важно видеть черту, которую нельзя пересекать. Я говорю о крайней, о крайней степени осторожности. Я предупреждаю, от ваших коллективных мыслей и настроя многое зависит. Помните об этом и действия в соответствии с этой установкой. И помните, что действия должны производиться в соответствии с этой установкой. И главная установка ⁇ это установка на активность. При этом можно произносить такие слова. Я, действенный участник происходящих событий. Я сделал свой выбор и нахожусь на стороне, и это ваш выбор, и вы его определяете. Я вам его не навязываю. Каждая душа ныне выбирает. Она в активной фазе процесса. Даже если она не осознает этого или же нет. Ваша сила в осознанном понимании всего происходящего, ибо знания дают эту силу. Мы стремимся и сделаем все возможное для вас, чтобы смягчить все процессы, чтобы нивелировать все грубые планы и призвать к ответственности преступников. Мы знаем. Что все получится. И те, кто сумеет увидеть, увидеть, увидят армаду выдворён, выдворенных из этого мира тех, кто ответственный за многие действия, а ныне наши пожелания. Они собраны в, важный, в важном утверждении. Да! Будет мир и свет на этой прекрасной планете. Планете людей доброй воли, добрых намерений в их свободном выборе. И да будет так, учитель Христос, 27.04.2021 года. Я прочитала новый текст. Я думаю, что комментировать достаточно трудно. Хотя очень многое хочется сказать и наблюдения свои. Но я думаю, что я уже вначале поделилась с вами. А сейчас мне бы хотелось закончить нашу встречу и поблагодарить каждого из вас за то, что вы присоединились, за то, что вы понимаете, что происходит, о чем говорится в этих текстах, за то, что вы и есть та действенная часть землян, которая стремится достигнуть той цели, о которой говорит учитель. Но если у вас есть свои мысли, они, безусловно, у вас у всех есть свои мысли, свое понимание, то будем рады, если вы поделитесь ими или же на нашем форуме на сайте, или здесь, под этим прямым эфиром. Ваши мысли только, конечно, высказаны в уважительном тоне, потому что учиться уважать друг друга – это наша первичная задача без этого не будет никакого движения вперед. Любым вашим мнением и мыслям мы будем рады любому общению. И сейчас еще раз хочу вам напомнить, что перед вами наша новая книга «Дух и душа», в которой есть очень много интересных вопросов и ответов, на всевозможные темы, но первая часть этой книги, она именно посвящена пониманию этих понятий, понятию души и духа. И вот сейчас, когда я читала ответы людей, мне вот так и хотелось сказать, все-таки вы не читали эту книгу. Вы не читали еще эту книгу, где учитель многое объясняет по-другому. Я благодарю всех, кто присоединился. Огромная благодарность. И до новых встреч, дорогие друзья. Спасибо за поддержку. Если есть те, кто желают помочь нам, кто желает приобрести эту книгу, пожалуйста, пишите. Мы будем очень рады и благодарны вам. <как> До новых встреч, дорогие друзья!